являетесь позитивчиком, положительными эмоциями. Я покажу вам, что в баре есть. Blue Label, Майот Шандо. А вот это все all-inclusive, все напитки. Начали происходить странные обстоятельства. Прям череда событий таких. Для духа. Морданович. Нам приходил полтергейст. Кстати, вообще я проснулся. По напиткам тут просто мощный, я бы сказал, бар. Такого бара пока что я еще не видел. 12 часов ночи. Можно бы сказать, покушать номер. Красота. Доброго всем царского утра. Такого золотого. Мы сегодня что-то проспали завтрак, и сейчас вот после 11 уже только можно позавтракать вот такой булочный. Ну, взять кофейку в лобби и булочный позавтракать, взять что-то вкусик. Я вам сейчас как раз покажу то, что хотел в первый день показать. Здесь есть настоящий турецкий рахат лукум, такой вот хороший. Всяких разных вкусов, апельсиновый, яблочный, с лепестками роз. Круассанчиками вот можно позавтракать. Сыр мы, правда, здесь не найдем. Сейчас возьмем кисель, булочку. Всякие пироженки вот такие. Пойдемте, вам еще кое-что есть. Эфирчики, еще булочки. Потом здесь же. Там вот всякие баночки сухофрукты. Даже есть манго сушеные. Еще очень классно. Не все знают, потому что вроде стоит как бы как декор. Сейчас, кисель, возьмем тебе пончик на завтрак. Очень хороший у нас будет завтрак. И вот, смотрите, всякие тоже тут сладости, эклерчики, пироженки. Сейчас кисуль тетя придет, и мы возьмем пончик. Видишь, пока нет никого. Шоколадные торты всякие, очень много-много всяких вкусностей. С клубникой очень классно, там прям клубника такая сочная. На завтрак в самый раз, честно, пойдем. Ребята, еще есть пирожные. Ребята, есть пирожные. Вот такой у нас будет завтрак, потому что ресторан работает до 11, а который рядышком ресторан, он только с 2 часов работает. Ну, то есть, либо тогда в этом ресторане в основном 12:30 обед начинается. Такого прям круглосуточного питания полноценного нет. Хотя могли бы сделать в таком отеле. И по поводу вопроса вчерашнего, не знаю, вчерашняя была серия или нет, там, где в ресторане грязная тряпка, все убирает. В общем, сейчас подошли на гастролейшн. Ну, не ругаться, ничего, естественно, мы пообщались и сказали, почему так. Задали вопрос, и они тоже удивились, что, конечно, такого быть не должно. Сейчас свяжутся с менеджерами по ресторану. Мы очень надеемся, что этот вопрос исправит, чтобы туристы могли приезжать, и все было в порядке, чисто, никто не болел. Никто не смотрел, заходите прямо в плейлист, подписывайтесь на канал и смотрите все эти видюшки. Вот, то, что вчера там было, я расскажу. Смотрите, я вас вчера еще немножко обманул. Вот здесь вот внизу это гастролейшн, который занимается резервацией ресторанов. А если у вас какие-то проблемы, или вы что-то хотите решить, то вот там, вот напротив основного ресепшена, там тоже, ну, типа гастролейшн. Ладно, будем надеяться, что ситуация по сервису исправится. Давайте продолжать наслаждаться этой золотой красотой, которая режет глаза, заряжаться позитивными эмоциями. Правильно, наша цель как бы сделать вообще отдых более позитивным, и чтобы не было всяких таких нюансов. Я очень надеюсь, что все это исправит, что все будет хорошо и никаких минусов не будет. Но здесь преобладает дух самого Мардановича в этом отеле. Вчера вечером и утром начали происходить странные обстоятельства. Не знаю, что это такое. В общем, когда мы придем в номер попозже, я вам все расскажу и все покажу, что случилось. Но там прям череда событий таких. Это нужно увидеть. Не буду рассказывать заранее, просто вам покажу. Вы сами видите. Наверное, кому-то не понравилась критика про этот отель. И к нам прислали духа самого Мардановича. Так, ладно, не буду какие-то говорить глупости. Здесь такой уютный пляжный бар. Здесь, кстати, посиделочная зона вообще супер. Здесь можно посидеть. Я покажу вам, что в баре есть. Смотрите, напитки. Гавана Клаб, Джеймисон, Джек Дэниелс, Блэк Лейбл, Ред Лейбл.
Чивас. А вот это все all inclusive, все напитки? Все бесплатно. Все бесплатно, да? Экстра нету, да, дополнительной платы? Экстра есть, это Blue Label, Чивас 18, 21, 25. Blue Label, да? И экстра. Ага, смотрите, это все входит в all inclusive. Remy Martin тоже, да, inclusive? Все бесплатно. Все включено, вот это хорошо, очень бар хороший, достойный прям. Мощный, я бы сказал, бар. Такого бара пока что я еще не видел. Надо, что Макс Рояль. Там попозже посмотрим, что там будет в барах. Вот, а вот плат только Blue Label. Дорогой-дорогой виски. Спасибо. Ну, а мы чаёк, фью. Держаемся солнечными энергиями, позитивными эмоциями. Приятная музыка, расслабляющая. Спасибо. Пожалуйста. Давайте можно в чай кофе здесь тоже добавить всякие себе сухофрукты с лимоном сухим. Яблоко там даже есть, ананас. Корица, гвоздика. И вода здесь, видите, везде в отеле вот такая вода. Какая-то премиум. С частицами серебра или золота. Шутка, конечно. Смотрите, удобно, поднос дают. Сами причем предлагают. А ты хэп лимон? Еще всякие сиропы есть. Что вам еще не показал? Чай, кофе, естественно, смузи. Чай? Это можно приготовить вино. Да, чай есть. И смотрите, здесь в баре еще есть свежевыжатый апельсиновый сок. Со льдом. Один яблочко, вот такой набор у меня получился. Вкусный. Давайте я вам покажу, какой здесь песок в сезон. Вот видите, они все сюда сгребли. Такие кучи огромные. Они на обычный песок настилают такой геотекстиль. И сверху вот такой песок. Узнать, откуда они его привозят. Представляете, вот сейчас покажу прям вот эффект пляж. Ну вот такой примерно пляж, если вы ходите вот такому белоснежному песку. Такой вот он фракции. Не супер мелкая, точнее не как порошок, а как... Ну то есть, мне кажется, самый оптимальный. Вообще класс. Ну должен быть мягкий, естественно, когда это по нему ходит. Вот такой вот он мягенький будет, там он мокрый, вот то, что серый, а вот так вот он высыхает, вот такой беленький, в жару. Классно, конечно, красиво смотрится. Ну, не здесь, я имею в виду, а когда он вживую классно смотрит. В общем, вживую, вы поняли меня. То есть, когда вы ходите вот так вот, когда он здесь будет лежать, то, конечно, круто будет. Ну, немножко отмывает, вот часть, которая идет вот этими волнами, приливчик, отливчик маленький, он, естественно, вот это вот смывает, до туда не насыпет, то есть до границы водной глади, скажем так. Ну, так вот, песчаная линия довольно-таки большая. Все, на это не обращайте внимания, на барханы, вон море. Все, вот это пляжная зона песка. Дальше пляжная зона зеленая с травой. Погодка сегодня вообще класс. Сейчас шезлонги легли, прям припекает, как лето. Сейчас еще тепленьким чайком сгорячимся. И вообще жара будет. Лето. Атмосферка в баре здесь классная. Музычка играет. Алиска зажигает. Да, Поль? Да. Что, орешков возьмем вкусненько? Ребят, сейчас будем орешки кушать. Будет баба. Бабу. Да, ночью идет союз, баба, значит. Вчера я брал поднос, он был такой грязный, думаю, неужели опять был грязный. Спасибо, Very much. Вот, сервис. Сервис, все чистенько. Все. Вчера было грязно. Стол снимать, знаете, я плохой не люблю снимать, но думал, сейчас, если даст, точно сниму уже. Мордану пошел плохой. С орешки такие-то вкусняшечные. Еще когда удобно, когда поднос есть. Когда они чистые, это вообще супер. Так что сервис справляется, все налаживается. Так, сейчас запускали дрон, снимал, полетал, пролетики вам красивые. Вот, сейчас поездки купил новый дрон DJI Mavic Mini. Кто-то видел уже распаковочку на канале, кто не видел, заходите, смотрите.
и сделаю еще обзорчик на него, как он летает, там сравнил его с DJI Spark. Ну, блин, он классный. Я доволен покупочкой. Вот, качество у него получше. И вообще супер летает. Погодка вообще огонь сегодня. Мне кажется, я пока снимал, тоже обгорел уже. Так что сколько барчик сейчас. Тачку свежевыжатого попьем. Оранж. А можно еще один, два? Два? Да. Мне кажется, эта женщина кого-то похожа. Мужчина кого-то похожа. Фреш, вроде бы фреш. Я себе эти кипяточку добавлю, то он холодный. И вы, кстати, можете видеть, как на заднем плане мужчина оттирает бар. Неужели так менеджмент быстро работает? Спасибо большое. Thank you very much. Оперативно реагирует на все замечания. Но мы не подошли, не жаловались, просто подошли утром, поговорили. Быстролично объяснили всю ситуацию. Что нет, не используют никакие жидкости, никакую химию при уборке столов. И, видимо, проблема решили. Здесь прям пахнет химией теперь. Зимняя Турция, конечно, это класс. Вчера встретили подписчиков наших еще одних вечером, пообщались. Они тоже открыли для себя зимнюю Турцию. Я, наверное, прям очень нравится. Вообще, многие, кто открывает для себя зимнюю Турцию, потом говорят, что она даже лучше, чем летняя. Потому что здесь все по-другому. Это такой релакс, отдых получается. Никуда не торопишься, ни на пляж, ни с пляжа. Пошел, полежал на шезлонге. То есть, ну, действительно, вот солнце, сейчас лежишь, припекает прям, будь здоров. Вот. Никуда не торопишься. Поэтому пишите Жанульке, оформляйте ее туры, она вам поберет хорошие отельчики. И вы прекрасно отдохнете. Потому что вот мы сейчас сидели после праздников. Я прям ждал, когда мы полетим, потому что в Москве все серое, хмурое. Вот. И эти 9 дней праздника, сколько там, 7 у нас было, просто вообще мы в прошлом году улетали 4 или 5. Это вообще классно было. Там билеты подешевле идут. Вот, и супер. А в этот раз что-то 9-го. И так это было долго. Солнца нет, все серое, хмурое. И когда сюда прилетаешь, вот эмоции реально зашкаливают. Видимо, витамины действуют от солнца, да, ну, представляете, смена позиции, я стою в майке, вот, тепло, лицо даже от солнца горит, хоть за кремом иди, вот, и то, что у нас в России, то есть и снега не было в этом году, вообще все серое, хмурое, черное какое-то, просто вообще ужас, естественно, никакого настроения не будет, никакого позитива, никаких эмоций, никаких витамин, ничего, а здесь витамины с неба, витамины вон от зелени, от сока, все, в общем, заряжайтесь позитивчиком, положительными эмоциями от наших видео. Езжайте, отдыхай. I doubt that we can solve it. Been trying for so long, and I just can't ignore that it won't ever be the same. No, we will never be that good again. Don't drag it out, skip the innocence. Things will never be the same. Чем кошки, когда видят камеру, все думают, что это колбаса, что сразу к ней идут. Это ж не колбаса. Надо им с обеда принести чем вкусненько. Смотрите, здесь еще возле этого бара пляжного такая сценка. Типа мини-сценки. Там большая сцена. Я вам покажу и все поснимаю сегодня. Здесь такая маленькая. Тоже что-то проходит, здесь всякие анимахио. Днем. И там еще тоже питание, я думаю, всякое. Еда такая, ну, закуски летние. В такой железной клетке что-то готовит. Фуми или фуми. Не знаю, что такое, если кто знает, пишите. Там такая штуковина. Разогреваюсь. Вот на кальян похоже. А, может быть, угли для кальяна здесь готовят. Пора будет посмотреть, какое сегодня море. Такое же, как и всегда. Средиземное. О, смотри, там дети купаются вовсю. Ходят. Не знаю, видно вам вас? Нет. Дети взрослые. Ходят, бродят. Сейчас я тоже заплыву. Я тоже взял полотенчики. Приготовился тоже занырнуть разу. Море сегодня классное такое. С волнами небольшими, красиво. А здесь даже шезлонги уже выставили. Пляж начинает выставлять.
О, какое море красивое. Ну да, люди просто сами через ту дырку вытащили. Не ходи, сейчас на море. О, красивый кадр, во. Класс. Как летом прям, да? Я думал и надумал взять полотенчик и пойти занырнуть. Вчера мерил 16,4, сейчас мерить не буду, чтобы лишний раз не охлаждаться. Сразу сделаю заныру-проныру. Камеру главное, чтобы не снуло. Все, я пошел. Какой кайф. На самом деле даже не успеваешь почувствовать, что она холодная. Самое главное — это быстро окунуться, быстро вылезти, быстренько вытереться и одеться. Если организм не подготовлен, как у меня, потом я пошел переодеваться. А он и муж поплыл. А гном пошел купаться. Та-та-ра-та-та. Кричит там что-то. От удовольствия или от холода? Ну как тебе? Кайф вообще! Очень круто! Самое главное — быстро нырнуть, быстро поплавать, быстро вылезти и быстро. И главное — вынырнуть, успеть. И не успеть замерзнуть. Потому что сегодня подготовлено, как я. Как делать все быстро. У нас ощущения просто потрясаемые вообще. Эмоции такие. В прошлый раз я в тренде купался, таких эмоций не было. Прям забегаешь быстро, вообще не чувствуешь, что она холодная. Быстренько проплыл, быстренько вылез, и все, а дальше тело прям жечь начинает, и ты даже не чувствуешь, что холодно. Но главное — быстро вытереться и одеться, чтобы организм согрелся. Мне сейчас не холодно, мне жарко, но я все равно оделся, чтобы, не дай бог, не заболеть, чтобы организм максимально тепло был. Класс! Поэтому я всем рекомендую попробовать искупаться зимой. Это так круто! Такой прям подъем! Я сегодня встал в 6 утра, чуть не спалось мне. Вышли мы поздно, в 11, я чуть какой-то весь сонный ходил. Сейчас окунулся, и все, я заново родился. Так быстро пролетает. Вроде только вышли, пришли. А на самом деле время уже 2:30, 2:25. И через 5 минут заканчивается обед. Мы сегодня на завтрак не попали, круассаны ели с кофе. И сейчас еще обед пропустим. Но благо нет, там рядышком есть после обеда вот этот, как там, бистро. Там можно покушать. Мы вот первый день прилетали. Там кушаем. Все попусти. Все попусти. Да. Сейчас успеем, да? Да. Скажи, папа, на ручек, сейчас папа вообще разогреется. Ну, скажи, когда мы спали, все попусти. Да, долго спали, потому что папа встал в 6. Да. А вышли мы в 11. А я спала в 0:03. А мама спала в 0:06. Да. Смотрите, а вот здесь, где поющие фонтаны, ночные, вот в этом здании, в стекляшке, там типа кроссфита что-то. Кроссфит и то ли аэро. Гимнастика есть такая. Когда на полотнах такие, вот там полотна натянут. В общем, я прям от души рекомендую зимой ехать в Турцию и отдыхать, наслаждаться всем этим позитивом. То очень хочется еще на тот бар сходить, который на крыше, на звезде. Видите, там люди ходят. Если я на дроне рядышком пролетал, боялся, кстати, врезаться на него. Не, ну не боялся, конечно, знал, что облечу. Очень хочу здесь потом задрать и поближе поснимать красивые ближние пролеты. Когда будет снег? Снег, в Москве будет снег. Когда в Москве будет? Москву примем, будет снег, точно атмосфера просто. Лето летнее, прям вот можно сесть, покушать на солнышке. Прям это, даже жарко. Хочется вовнутрь идти, остудиться чуть-чуть. Все, обед будет, вы знаете где? В плейлисте. В плейлисте этого отеля Mardan Palace. Mardan Palace, Пельма.
не опаздывайте на обед. Приходишь, и тут все так оперативно. Дур-д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 ур. Все пустеет просто на глазах. Похватал, чего успел себе, мясо, картошечки. Вот 44 минуты, 15 минут назад, как бы обед закончился. Вот макарошки еще есть. Люди, кто опаздывает, прям берут себе все. Прям очень быстро все убирают. Я хотел взять только мороженое. Но я тоже опоздал. Вот так открываются тайны вселенной. Спасибо большое. Бай-бай. Я подошел к нему, улыбнулся, он сказал, нет, я говорю, ну спасибо, пожалуйста, для дочки один кусочек, раздобрился и дал мне. Вот так вот, доброта спасет меня. Улыбайтесь почаще, все будет хорошо. Главное, к людям с позитивом так прям. Он вообще не хотел давать, ему было видно. Я к нему подошел, говорю, ну пожалуйста, ну уже, говорю, ему нужно, спасибо, для дочки один. Не понял, на русском даже. Так, сейчас я вам покажу, что у нас было в номере ночью. К нам приходил полтергейст. Представляете, в общем, я проснулся в 6, не спал, лежал, слушал аудиокнигу. Вдруг у нас полилась вода в ванну. Я думал, может, протечь какая-то или там что-то полилось где-то. В общем, вот этот кран был вот так, повернулся, и где-то вот так лилась вода. Я, в принципе, ну, как бы пришел, закрыл, думаю, ну, наверное, ручка как бы вес имеет, и она как-то, наверное, сама опустилась. Но вы смотрите, силу нажатия. То есть вот я прям нажимаю, чтобы опустить его. То есть он сам не мог опуститься даже. Вот сейчас вам продемонстрирую, наверное, вот. Даже видите, баллончик не может продавить. Смотрите. То есть даже вот баллончик, он не продавливает, представляете? Кто к нам приходил сегодня ночью. Так, ладно, про минус у нас потом сейчас сломалась какая-то штука. И нажалась, и не опускалась. И вода, в общем, лилась, они пришли убираться и починили, но я вчера еще себе снес ногу, умудрился порезать. Видите, какая штука? Это острая такая, острая штуковина. Я сначала носком зацепился, вот так, видите, и кто-то уже себе, видимо, подрал, не знаю, чем носками, трусами. И потом еще ногой прям содрал себе кожу. Вот, смотрите, какая она острая. И вот такая же фиговина вот здесь вылезает. Здесь я, благо, еще не цеплялся, но кто-то, видимо, тоже, видите, как... Носки себе подрал. То есть она довольно-таки острая. А так, пока вот такие минусы. Ну, еще о минусах. У нас убрались, все хорошо. Но мини-бар нам не пополнили. Водички у нас нет. То есть колбаска из Москвы, которую я не съел. Номер я вам показывал в первом видео. Здесь было все чистенько. Но теперь о приятном. О положительных моментах. Об этом шикарном и прекрасном виде. Просто каждый раз, когда заходишь домой, хочется выйти на балкон первым делом и насладиться вот этой красотой. Сегодня дымка какая-то, и горы, кстати, не видно. Но в первых видосах было видно горы. Если кто-нибудь смотрел, заходите в плейлист в отеле, подписывайтесь на канал, и там найдете все видюшки. И не только эти, еще много других интересных видео. Поэтому я на всякий случай буду показывать территорию каждый раз, как вот заходить. Я прям выхожу и все время сам любуюсь. Действительно, вид здесь классный. Эта камера еще отдаляет, кажется, какое-то все мелко. Потому что здесь 120 градусов ширина объектива. Ой, смотрите, видите, там внизу такие номера я рассказываю, там люди загорают. Вот, я хочу, может, даже попробовать дрон с балкона спустить, такие огромные пролеты. Вот, вылез вообще без проблем. Надо, чтобы геопозицию схватило. Ну, то есть, все обширно, все просторно. Ну, классно, смотрите, вот, да, с речки переливается. Там атмосферка суперская. Вам уже повезло, вы, наверное, уже видели кадры с дрона, а я еще пока нет. Первый раз полетал с пляжа, потом еще здесь ближний пролет сделал. В общем, пишите, кто что думает, какие варианты, почему так могло произойти. У меня есть одна догадка, что резинки здесь старые, рассохлись, под утро они высохли и ручка упала. Но все равно нужен очень приличный вес. В общем, пишите в комментариях, кто что думает, ставьте на паузу. Вот. Но ни в коем случае не пройти минусы, я не призываю вас искать такие же мелочки, такие же нюансы. Но здесь это не мелочи, действительно травмоопасно. Кожа реально на ноге содрана, показывать не буду. Ну, не критично как бы, но неприятно. Если напорится ребенок там до крови, я буду очень сильно расстроен. Это будет действительно как бы проблема. Потому что действительно острый, видите, даже прям ну, сдирает ткань. Ну так очень красиво. Но с другой стороны, вот зачем вы вот это вот держать, если вы не умеете с этим справиться, не можете с этим ухаживать, да, вот такие вот, я думаю, в каждом номере такие косяки появляются со временем, вот. Просто это нужно снять и переложить плиткой, и все. Ни к чему красота, которая, знаете, как бы травмоопасность создает, да.
ни к чему абсолютно. И особо красоты не добавляет. Если изначально, видимо, было уже такое, знаете, под золото сделать, видите, как это золото вытерлось. Так, мы сейчас поедем в парк Легенд. Это, наверное, будет в отдельном видео. Покажу вам еще раз визную группу. Потом это так бегом забежали. Кстати, должны всякие тоже подсветка работать, фонтаны. Рассказано, что-то не работает. Ничего не светится там, экономит на все. Сейчас тоже будем экономить. Короче, 23 евро нам сказали при выходе из отеля. Там такси заказывают. Сейчас посмотрим, здесь стоят таксисты. Вообще даже 20 цена была в прошлый раз в тренде. Вон тренде прям здесь находится. Это тоже дорого. Вообще ценник здесь долларов даже нет. Да, такси здесь и не пахнет. Да, направо надо до тренде идти. Скоро будет шоу. Никакого такси там не было, и 50 долларов нам сказали обратно, торговались до 40. Все, приехали в парк Легенд, смотрите в отдельном видео. А может, извините, Мичу, посмотрим. Не знаю, как вам видно или нет, но очень-очень зрелищно. Красота нереальная, атмосфера, вот просто, знаете, музыка, туман. Все это светится. Все, счастливо. Давайте, спасибо. Все. До свидания. Спасибо вам большое. Всего доброго. Не спешите. Вот, до свидания. Друзья, если будете нас видеть, подходите, не стесняйтесь. Всегда рады с ним пообщаться. Очень вас люблю. Все. Спасибо вам большое за встречу. Было очень приятно с вами повидаться. Спасибо вам. До свидания. Всего хорошего вам. Развития вам. Да, спасибо. Вместе с нашими подписчиками приехали обратно и туристами. Жанна их отправляла поездку. Они сейчас дальше в Адалию поедут. Все другие ребята из тренди. И еще тоже задали. Все, всем привет. Всем пока. Мы вас очень любим. Спасибо, что приехали на такую импровизированную встречу. Мы как бы не планировали. А то, может быть, кто-то подумает, что мы не сообщили о встрече. То есть мы как бы просто поехали. Это Жанины туристы. Они написали, что давайте увидимся. Мы увиделись. И параллельно встретили еще один. Все, всем привет, всем хорошей тренинг. Так, в общем, мы сейчас вернулись с Трендилара. Ой, Трендилара. Из Парк Легенд. Ставлю вам сюда кусочки видюшки. Там было, будет отдельное видео. Там много материалов получилось. Взяли вкусняшек. То, что успели. Сейчас чайку, фейку. Еще что-нибудь, 9-10 часов уже. Коля даже подарочки подарили. Спасибо большое. Очень приятно. Коль, покажи, что тебе подарили. Духи. Духи? Да. С Микки Маусом? Теперь ты можешь брызгаться? Да. Ой, будешь вкусно пахнуть. Хочешь меня? Да. Я же буду ребенком пахнуть. Ну давай, ладно. Давай. Все, я сейчас превращусь в малыша. Буду с тобой играть. Нет. Давай я тебе попшу, да? Просто я сюда. Ну-ка. О, какая ты вкусная. Смотрите. Так, смотрите, в лобби-баре, который я показывал. Все напитки эти бесплатные, все включено. Можно также сделать себе апероль, коктейльчик, шприц. И, естественно, все Джек Дэниелс, все бесплатно. Единственное, за деньги экстра есть Blue Label. Дорогие виски выдержанные. И еще какой-то напиток. Ну, типа Майот Шандон, наверное, такой. А там довольно-таки очень много напитков бесплатные, и джинны, все-все-все, и виски, и Black Label, Red Label, Jameson, Chivas, все, что хотите. Thank you. И Coca-Cola вся в бутылках, пиво в бутылках, все-все-все в бутылках. В общем, по напиткам тут просто что-то. Смотрите, сколько тут еще всяких ингредиентов можно самому добавить. Золотая карамель, еще зеленый. Красные, синие, печеные, вареные, много-много всех вкуснятин. Отсюда по напиткам. Jack Daniels, Jim Beam, Ballantine's, Red Label, GB, Black Label, Chivas 12-летний, VCLP, Remy Martin есть VCLP, Hennessy вижу. И вот такие вот вкусные орешки, миндаль, фисташки, лесной орех и чипсончики здесь даю. Часов ночи, и мы что-то проголодались, пошли домой, кольку положили, хотели кушать, и я сейчас, Жанна написала в WhatsApp, guest assistance, ну, то есть ассистенту, спросила, можно ли заказать покушать в номер,
Эта услуга платная. Ты написала, что можно спуститься. Муж спустится в бар, жена приболела, бар в ресторан, вот этот бистро, и попросит еду с собой приготовить и забрать истинный номер. Они разрешили сказать, да, поэтому можете брать и носить с женам ужин в номер. Сейчас устроим небольшой пикничок. Атмосфера тут довольно-таки приятная, даже ночью. Все уютненько, комфортно. Смотрите, вот эта скорость. Я заказал уже минут через 5, в принципе, такие горяченькие, такой специальной штуки, там куча картошки фри. Чизбургер, сейчас еще салатик возьму и пойду. Пока сижу, отвечаю на ваш комментарий. Пишите, пишите. Вот такую порциечку салата. Два салата в один. Все, мы пошли кушать. Всем приятного аппетита, спокойной ночи. Не кушайте много ночью, но мы иногда любим ночью покушать. Смотри, какая вкуснятина вообще. Красота. Вот так это выглядит со стороны. Мистер Бургер несет вам бургеры. Есть такие быстрые лифты, я вам хотел сказать, то есть люди, когда выходят, ты пытаешься зайти за ними, и двери закрываются, и ты реально постоянно не успеваешь, хочется прям ногу ставить. Это настроено так, чтобы не было очередей, чтобы лифты быстрее ходили. Но реально надо успевать, то есть почти никогда не успеваешь. Чересчур быстро настроено.